А попала в этот дом тоже, свой дом разрушен. Попадание туда было не одно. Жила в соседском доме, только на Нижней улице дальше. Жили почти 2 года там прожили. Там все вокруг падало, пока в итоге ночью не было 2 попадания. И там вывалилась стена. Упала полностью, полдома нет. Хочется всего хорошего, хочется для своих детей.